Короче, я решил в преддверии зимы промыть печку внутри лимонной кислотой. Прикол. Короче, соорудил такую систему. Помпа от газели 12 вольт. Пришлось разориться и ее купить. Российская. Что-то уже там воет у нее, не знаю, сколько она поработает. Вот такие шланги цепляются туда, к радиатору печечному, в салон напрямую, чтобы не засирать двигло. Составится такое ведро с кипятильником, блять. Туда засыпается лимонная кислота. Все это дерьмо запускается, чтобы оно функциклировало и бежало. На камеру не видно, короче, там бежит жижа с этого шланга по кругу и доводится до кипения. Говорят, должно отмыть все говно изнутри. Потом прополоскать водой, конечно, еще. Ну, посмотрим. Что-то пока тут рука уже не терпит шланг. Уже, наверное, подходит к 100 градусам. Что-то пока чуть-чуть темнеть вода начала, но я бы не сказал, что там очень грязно. Так, ведро примерно литров 5. Насыпал я туда 45 грамм лимонной кислоты. Что-то мне кажется, что мало. Пойду еще куплю, наверное, 45. Добавлю. Пусть это дерьмо пока постоит тут. Добавил еще лимонки. Короче, общая концентрация 90 грамм на 5 литров воды. Уже довел до кипения. Помпа тоже что-то греется. Шлангом прикоснуться уже нельзя. Ну, вода вроде стала какая-то черная. Агрегат, блядь. Все, наконец-то закончил экзекуцию. Потом промыл еще, короче, водичкой. Чистой. Ну и в итоге вот такое у меня дерьмецо оттуда вымылось. Но я бы не сказал, что очень грязно. Немножко какого-то песочка. И чуть мутная вода. Что-то я думал, что там будет вообще говнище. Ни хрена. Короче, походу, все это гон нормально. Он достаточно чистый, этот радиатор внутри. Либо нифига не отмылось. Ну ладно, зато я теперь уверен, что печка у меня промыта. Все. Блять, зря 1200 потратил на помпу эту сраную. Короче, ни хрена это не дешевое удовольствие. Помпы газелевские, они не такие уж и дешевые. Я нашел самую дешевую в городе за 1200. Есть вообще за 1600, видимо, Bosch или кто он. Это какая-то российская. Пока работает, новая, уже что-то там воет, блять. Не знаю, сколько она вообще живет у них. Так что, ну не знаю, стоит ли вообще в чинковыделке. Впечатление непонятно. Так, ну все собрал, залил, прогрел. Немножко прокатился, печку на полную тут жарит. Но не сказал бы я, что очень большая разница, но вроде как чуть погорячее стало. Если раньше я рукой держал без проблем, то сейчас как-то рука такая. Приходится прикладывать терпение, как бы не то, что прям обжигает, но горячо, хочется руку убрать, потому что пару градусов погорячее стало. Короче, зима покажет, что мы тут намыли, что-то походу нифига она не была грязная, нормальная эта печка внутри. Ну все, главное попробовать, там посмотрим, может радиатор еще может быть снаружи засран, теоретически. Короче, все, такой опыт, пацаны.